Сервер GPRP предлагает всем будущим игрокам оригинальные разработки, модели, а также отечественные машины, оружие и многое другое. А главное достоинство сервера – собственная переделка карты и дружелюбная комьюнити. Помимо обычных, чуть ли не дефолтных профессий в Dark RP, ты можешь попробовать себя в роли командующего Росгвардией. IP будет в описании, присоединяйся. Всем здорово! Сегодня у нас подоспела новая часть Юзер Арбуза. Я рад читать ваши комментарии, а также пожелания по улучшению этих видосиков. Так что имейте в виду, дорогая подписота, я практически всегда читаю то, что вы пишете. Кстати, сегодня у нас будет упор на сам контент и содержание ролика, а не на монтаж. Снимал на сервере Classic Life RP. Сейчас там на сервере стоит новая карта, которая имеет куда больше FPS, так что заходите по айпишнику в описании. Ну а мы с вами начинаем ловить дурачков. Приятного просмотра. Продажа оружия занимаетесь? Я бы хотел оружие приобрести. Магазин есть, я могу это пойти как раз в квартиру вот, найти, где я снимал бы ее. Ага, понял. Ром, привет. Нет, я его не знаю. Можете выйти, пожалуйста? Да выйти. По-братски. Да, выйди. Так, хорошо, чтобы купить. Сюда зашел, 500 рублей. Говорит повару. Повар говорит повару. Все, выпусти меня, я. Повар. Я нашел оружие хорошее, все, спасибо. Знали, что повар говорит? Все, повар говорит повару, дайте 500 рублей, пожалуйста. Теперь все, я ограбил пацана, он отыграл в хер РП и отдал мне деньги. Ну окей, первая ситуация, у нас все нормально. Дальше. Это будни модератора, наверное, будут. Никто не знает, кто это такой вообще сейчас играет. 1,5 миллиона у меня есть, мне нормально, я кайфую, пацаны. Вадим Факин. Мне это не нравится. Не игра, а Skyrim какой-то, если честно. О! Не, он все-таки сдастся когда-нибудь этот замок и даст себя открыть, пацаны, не беспокойтесь. Лицом к стене! Лицом к стене, сказал, дебил. Лицом к стене, ты что, тупой, что ли? Сейчас подаст жалобу на меня, пацаны. Ждем жалобу. Я его бахнул, потому что он свидетель. По наручникам на спине видно то, что это какой-то поцик, но точно не бандит. Меня, кстати, поражают многие люди, которые вообще забивают болт на то, что у челика свисает дробовик. Заряженный 100%. На спине. Вот мне вот это больше всего факт поражает, то что им похрену на это. Они обращают внимание на ствол только тогда, когда он вообще у него в руках. Магазин оружия, древний выстрел. Здравствуйте, а вы продаете? Да? Оружие? Да. 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 Что вам нужно? Моя форма. Сдвинешься, убью. Чувак, ты ФРРП нарушил, ты в курсе? ФРРП нарушил, говорю, сдвинешься, убью. Ты убежал какого-то черта за стену. Ща ФРРП тогда тебя оформлю. Ой, блядь. Ну, действительно, я достал оружие, а ты сразу убежал, когда я тебе сказал, сдвинешься, убью. Молодца. Ладно, сейчас посажу тебя в джайл. Ты иди нахуй, я на тебя наставил ствол, блядь. О, админ ко мне тэпнулся. Да-да, я тут. Что такое? Да, забирай, я уже РПшку свою закончу. Ого, хорошее место для разбор. Так, ну, слушаю. А что ты меня убил? Свидетель того, что я вломился в квартиру чужую и взламывал ее. Взламывал? Я только зашел, ты взял дробовиком. Просто дробовиком без ничего. Ну да, действительно, взломанная дверь, в которой находится человек, у которого за спиной дробовик висит. Ничего тебе, ни о чем тебе не говорит, действительно. Да, просто открытая дверь, в которой находится человек. Да, просто открытая дверь, в которой находится человек с набором для взлома, ну то есть отмычка в простонародье и дробовик на спине. Действительно, ничего ни о чем тебе это не говорит. По-твоему, отмычка это набор для взлома, да? Ну, в реалиях сервера, да. В реалиях сервера, да. В реальности ты эту отвертку только в жопу заходишь.
Но это уже кому как. Если тебе нравится туда больше засовывать, то пожалуйста, я не запрещаю. Блядь, отпусти меня, я, блядь, сейчас переписываю, пожалуйста. Пофиг на эту фигню. А, ну, раз... Блядь, я вас ненавижу, я сука. Не вы подаете жалобу, потом говорите, пофиг на эту фигню. Вы мое время тоже тратите, как игрока. Твое время, блядь, играй нормально. Я нормально играю, кстати. Я все по правилам сделал. Увидел свидетеля, ёбнул, все. Разбери тут же жалобу Алекс Жук. Он на меня там пожаловался, типа, просто так я его заджалю. Вот тут начинается самое интересное. Тот пацан, которого я посадил за ФРРП, которое доказано в моей демке, подал на меня жалобу за якобы фриджайл. То есть это правило администрации. По-хорошему, если модер реально кого-то просто так заджалит, то он тут же слетает у нас с привилегий. Такие вот правила. Алло. А, привет, маленький уродец. Ага, фиксирую первое оскорбление человека вне РП-ситуации. Так, дальше что? Ты меня зафриджайлил и в РП просто забанил, нет? И? Так, и что? Зафриджайлил и в РП-профи, дальше что? То, что говорит то, что ты ему ничего не угрожал, никак на тебе не наставлял на его оружие, он забежал. Ага. Я понял вас. Да. Вот ты его после этого зачем? Смотри, стоим в том доме, самый крайний угловой вон тот дом, по левой стороне. Я захожу, дверь закрываю, ну как, сначала ее открытой оставил, но потом я ее закрываю, если не ошибаюсь. Подхожу к нему вплотную, но он через стойку вот эту вот на меня смотрит. Прямой контакт есть, и в случае чего я могу быстро в него выстрелить. Я достаю оружие, говорю, сдвинешься, убью. Он убегает за стенку в другую комнату. Ну, пацан ФРРП, как я понял, отыграл. Или же он понятия не имеет о ФРРП как таковом. А за оскорбление что полагается? Я просто не... Ребят, что за оскорбление полагается? Я просто плохо помню. Там Гага, да? Сейчас. Рой, смотри. Вот он привалов, он стоит здесь. Он вот так вот в пол смотрит, да, у него в руках показалось оружие, и я сразу же забежал за дверь. И все, вот так вот все и было. Да, в пол смотрю и, глядя на тебя, достаю оружие. Ты вообще маразматик какой-то, ей-богу. Короче, скрины демка, где я просто так тебя джалю, когда ты просто стоишь за стеной. Но если тебе непонятно, что такое спина, то я тебе объясню. Спина — это то, что у человека сзади, вот я из-за спины достал дробовик. Тебе это как-то информация помогла в этих разборках или что? Нет, нет, я из-за спины его достал, вот так, смотри, я вот стою, у меня сразу дробовик. Блять, какой балабол, господи, пиздец. Это клевета уже, понимаешь? Слышишь, клевет... С каким калашом к тебе зашел? Я, блядь, с дробовиком на спине зашел вот с этим. Зачем ты сейчас пиздишь, админ? Я сейчас просто кину скрин, где я стою сначала до доставания оружия из-за спины, на него смотрю и все. И все станет ясно. Я копирую твой Steam ID-шник, и в случае того, что клевета подтверждается... Ты улет... Мне калаша сроду нету, у меня в магазине куплено всего лишь-то один дробовик. И ты мне еще хочешь сказать, что ты на меня в притык смотрел и достал оружие? Да, да, да. 2 секунды, если ливает с разборок, то банишь его. Но хотя за клевету там, кажется, бан дается. Я не помню точно уже, я не играл давно. Ньюпост. Это рутро. Это рутро. Сука, дебил мелкий. Ну, богу, да он. Копи-линк. Создатель Кайфлайфа. Чё он, пиздит, я игру сворачиваю? Раму доголос. Не хочу. Ну, убери. Да не хочу убирать, что-то приебался-то. Тут из-за чего сидим? Ты на меня пожаловался, у тебя доказательств моей вины нету. Зато у меня есть контрдоказательства, то есть это клеветал. Он намеренно стоял тебе, говорил про то, что я достал оружие из поинтшопа. И не тот, тем более, оружие. Если это его вина, он накосячил, он тебя попытался обмануть, напиздеть. Хотя на видео, точнее, на скрине ясно видно то, что у меня только дробовик этот же на спине. Что-то я не могу хорошо.
демонстрация чего-то, что я стою на него, смотрю, и у меня не коллаж на спине, тебе скрин я кинул. Я что-то не могу найти это фото. Я тебе ссылку кинул, если ты не умеешь их вставлять в браузер, это твои проблемы. Ну он тебе только что на разборках заливал про коллаж и про то, что я его достал из поинтшопа. Я тебе доказал обратное. Я вот на скрине стою не с коллажом, это первое. То есть он у тебя уже наебал один раз. Тебе что, этого обмана не хватает, что ли? Охуеть. Хватает, чтобы забанить человека на 10 часов. Из-за того, что он просто перепутал оружие. Ну это обман в любом случае. Просто стоит, смотрит на меня без оружия в руках. Это уже отдельный разговор, ты понимаешь? А когда он достал оружие? У тебя есть скрин, когда ты доставал оружие? Еще один, да? Давай ты скажешь, что ты думаешь об этой ситуации. Мне вот интересно. Ты нарушил правила. Именно в тот момент ограбления ты нарушил правила на разборках, когда сам жалуешься на меня. Какой ты нахуй игрок, блядь? Ты просто животное какое-то, ебало. Ты админа наебываешь, ты меня оскорбляешь, еще нарушаешь правила сервера, блядь. Чувак, это обман администрации в двойном размере. Кстати, я калашик, наверное, заберу, мне он нужнее будет в этот раз. Нет, давай он скинет видос, и мы посмотрим. Еще что предложишь? Подожди, не бань его. Что еще предложишь? Видос мы посмотрим. Что ты предложишь еще мне? Скинуть видос. Что тебе мешает скинуть видос? Мешает то, что ты, подавая жалобу на меня, не имеешь доказательств моей виновности. Вот что мешает. У тебя имеется доказательство того, что я тебя ограбил, не ограбил, а заджалил просто так. Что? А, то есть он может купить модератора и хоть перебанить? Нет, перебанить мне сервер, наверное, не позволит. Нарушение. Он может забанить тебя за то, что он это видел сам, и доказательства ему не нужны. Хорошо, тогда... Ну, у меня тоже есть глаза, я вижу то, что... И слышу, ну, глаза есть у каждого, кто сейчас тут играет. Ну, а демки у тебя, что видимо, у одного нет. И доказательств тоже, один лишь пиздёж. У тебя же демка есть? Покажи её, у тебя же демка есть? Послушай, ты на меня жалобу подаешь и у меня просишь демку того, что я как бы типа виноват. Ты что от меня хочешь? Ты, подавая жалобу, должен готов предоставить демку администратору. Ты не заходил, ты стоял уже в проходе. На фотке, на скрине это отчетливо видно, то, что ты на месте стоишь. Вот. Стоял, наверное, пиздец. Да? Я просто стоял. Ну открой скрин, посмотри, вот. Сука, придурок. Скрин можно за секунду сделать. Скрин можно за секунду сделать. Я понял, насколько ты ущербный. Алекс, я понял, насколько ты ущербный, когда я понял, как выглядит калаш за спиной и дробовик. Вот перепутать ствол автомата и приклад дробовика, это надо быть очень конченным человеком, блять, пиздец. Когда оно у тебя закрыто вот этим голосовым, то сложно увидеть, как ты думаешь. Проблемы со зрением, проблемы с компьютером, блять, не жизнь, а сказка. Господи, боже мой, пиздец. Он не видно, его не видно. Ну мне, знаешь, как бы видно, то что ствол автомата он тоненький, а приклад большой массивный, когда я еще тем более боком к тебе стою, блядь. Я бы хотел бы посмотреть его демку. Ну так как он дублан, который... Я бы хотел твою тоже демку посмотреть, где я просто так тебя джалю, когда ты просто, допустим, играешь за оружие. Грабитель крутой парень. Почему он меня в соло грабит, когда я один? А я что, не могу в соло грабить кого-то, блядь? За вора нельзя грабить в соло. Какой нахуй вор? Посмотри в табик, какая у меня профессия. Демки нет, доказательств нету, скринов нету, ничего нету у тебя. Какие претензии тогда ко мне? Зато у тебя найдено ФРРП, оскорбление на разборках человека конкретно, а не персонажа, а также два раза обман админа. И пожаловался ты за фриджай. Второй скриншот. А почему рот во втором скриншоте, как говорится? О, там что-то интересное. Да, о, блядь, мусор. О, нон-РП-арест. Сколько нон-РП-арест будет там Джайл ему? Арест? Ты уверен? Да. Ты не отвел его. Человек, у которого есть оружие в инвентаре, при этом, блядь, ты берешь...
Да, да, для этого ты берешь его и отводишь в полицейский участок, и потом арестовываешь. Напал на меня, блядь, хули я стою, подожди, ты на меня напал. Ага, понял. Долбоёб на сервер зашел. Тревор, я имею в виду про него. Да, 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 вот он, вот это вот, чмарин. А, извиняюсь, во. Оскорбление просто не так, выдержит. Оскорбление вот, первое вот, уже есть, вот. Ебать, каких только дурачков мне уже не встречаю. Один сходу оскорбляю, ладно. А, это я его посадим еще. Короче, смотри, в чем суть, смотри, смотри. Он меня получает, смотри, я сажаю, был комчас. Я сейчас тебе объясню, блять, как тебе объяснить. Был комчас. Я, получается, чувака посадил за то, что не был дома. Вот, пытался, ну, выбегал много раз. Я решил, ну, типа, я его посадил. Этот сзади подходит, ножа меня режет. Я такой, типа, нормально. И в итоге я его сажаю. О, посмотри, во-первых, сейчас... Меня берет и... Смотри, да, 2000 хорошо. Кидает. Смотри. Во-первых, свой голос выбирай. Отъебись. Делай себе нормальный голос, который у тебя отъебись. Был писклявый школьный. Отъебись. У меня не было другого. Где твой писклявый? Что ты сразу включился? Посмотри логи вот дамага. Я стоял там, просто смотрел за всем этим. Да, он да, арестовал человека, не отведя его в полицейский участок. Снайперская винтовка. Обман администрации опять. Да. Подожди, ты резал вас ножа? Нет, не резал. Посмотри логи дамага. Локс. У меня ножа нету. Смотри, ну, пиздобол. Голос был. Смотри, пиздобол. Смотри, пиздобол. У меня не такой же голос. Говорит, ты видел, где он посадил человека и наблюдал за нами? Он не отвел его в полицейский участок, и он сейчас что-то мне предъявляет. Ты стоял на лестнице и говорил ему об этом, он тебя пришел, заковал наручники и арестовал. Я это видел. Обман администрации, неадекватное поведение, фриарест. И я арест типа такой стоял, в неположенном понимаю, месте. Что, типа ты меня резал, я такой типа хули остановил-то, я достал наручники, тебя заковал наручники. Да, я такой типа мне вообще насрать, как бы что ты там подумал, что тебе показалось, ты свое сейчас наказание получишь и улетишь нахуй. Я не понимаю, во-первых, вынь микрофон из жопы, это во-первых, блядь, включи свое говно. Так тебе ж понравилось, когда я его обратно туда засунул тебе. Как так-то? Тебе уже все разонравил? Вообще, чувак, не понимаю, что ты говоришь. Половина слов это просто бля, вот я нереально не понимаю. Выключи свою программу. Да. Да не выключай свою программу. Она очень мешает. Не выключай свою программу. Вот, включи мозги, понял, да пацан. Не выключай свою программу, это все слова. Пацан, включи мозги. Мозги, то, блядь, ты свои включи. А, сажай, все, видимо, да, уже слух ладно, нормально брат, вылечил. Окей. Вылечил за окей, секунду слух. Разборки, ладно, посадил, но ты, блядь, понимаешь, ты просто меня сюда закинул. А, не, не просто так. Ты меня просто так заджарил. Ой, заарестил и пацана в неположенном месте арестовал. Два фриареста, как бы, и получай пизды. И еще обман администрации на разбор. Закинул, а да. Я не должен с тобой разбираться, если я вижу нарушение. Сука, ну ты должен был разборки сделать, блядь. Я не должен был этого делать, это не мои обязанности. Это не входит. Абсолютно посрать, ты просто взял да. И меня за... Ну типа, посрать, типа, ну я знаю, что он был виноват. Ну да, знаешь, да. Поддакивает при этом, блядь. А что мне нет, говорит, так и есть. Админам не запрещено это делать, и модерам тоже. Спорим, если сейчас он не находит мое имя в логах дамага, то ты говоришь, что ты долбоеб. Нет, насчет этого спорить. Не буду, чё спорить-то, тут и так все понятно, блин. Короче, все, я на этом заканчиваю видосик по юзеру Арбузу. Благодарен вам за то, что вы его досмотрели до конца. Если такие есть, то вы красавчики. Не забудьте поставить лайк под это видео, а также подписаться на мой канал. Такой шедевральный 20-минутный контент я записывал на своем сервере Classic Life RP. Айпишник и группа будет в описании, чтобы ты мог зайти на сервер, поиграть на нем, а также следить за новостями всех моих серверов. Реально поверю, я каплю ману, похвалят за тем, как ты заворал хуй, пантейник.